Всем здравствуйте, меня зовут Абельгузин Рамзиль Халилович. Сейчас мне 22 года, город Санкт-Петербург. До компании я занимался традиционным бизнесом, также занимался в сфере киберспорта, то есть был профессиональным киберспортсменом по дисциплине Dota 2. Также, да, в киберспорте почему ушел, потому что спонсорам не понравились наши результаты, да, соответственно, мы где-то зависели от них и, соответственно, были конфликты с ними. Поэтому и ушел, соответственно, было очень большой риск, потому что там пробиваются достаточно малое количество людей. Также открывал свой традиционный бизнес в Республике Башкортостан, в городе Уфа. Я открывал свою шаурмичную личную, мне было 18 лет на тот момент. Продержался только 7 месяцев. Первый месяц был инвестиции на 760 тысяч рублей. Вот. Прогорел почему? Потому что не хватило где-то связи и капитала. Потому что появился человек, который просто хотел взять этот у меня бизнес. В дальнейшем я пришел в компанию Тинши. Что мне казалось интересным в этой компании? Первое – это личностный рост и то, что компания уделяет достаточно количество инвестиций на твое обучение. Здесь ты можешь научиться абсолютно разным направлениям, и твой кругозор, да, он увеличивается. Ты здесь можешь научиться абсолютно всем навыкам профессиональным, которым, ну, в других сферах ты не сможешь научиться. А второе, что мне понравилось, это, конечно же, коллектив. Здесь я понял, что здесь мои являются единомышленники. С нами весело, то есть мы постоянно тусуемся, постоянно проводим вместе время. И постоянно есть тема для общения. То есть вот это вот мне и понравилось. Какие в дальнейшем у меня цели? Это выйти на определенный ежемесячный доход пассивного заработка, чтобы в дальнейшем заниматься инвестициями, также качать свою личность, то есть заниматься определенными там курсами, да, навыками изучать и путешествовать. Вот. Также, да, что хотел бы посоветовать в дальнейшем для новых людей, это первое – это принять решение. Принять решение, что ты, несмотря на страхи, какие-то определенные сомнения, ты все равно пойдешь дальше, вперед и так далее. Сделать себе стержень внутри, что ты никогда не сдашься. И просто пойдешь как поезд до конца вперед, несмотря ни на что. Всем удачи!